Мечей ждет последняя морозная ночь этой весной. 5 апреля, по прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до минус 10 градусов, а уже 6 апреля потеплеет до плюс 10. Впрочем, это уже не первый раз, когда метеорологи обещают, что тепло пришло в Омск окончательно. После нескольких дней оттепели снова ударят заморозки и идет снег. Что происходит с погодой и чего ждать омичам, знает Дмитрий Ковалев. Минувшей ночью в Омске выпало всего 3 миллиметра осадков. Это норма, говорят синоптики. Вот только в апреле обычно идет дождь, а улицы Омска покрыл снег. Хотя еще 10 дней назад специалисты уверяли, устойчивые плюсовые температуры будут даже ночью. Впрочем, резкое похолодание для апреля – дело обычное, утверждают в гидрометцентре. Но данные за последние 16 лет говорят об обратном. С 2000 года в Омске только 3 раза апрель был холоднее нормы. В прошлом году наоборот. Температура была намного выше средних показателей. Ученые говорят, такие температуры Натурные качели – свидетельство смены климата. Глобальное потепление уже влияет на Сибирь. Одно можно сказать вполне определенно, что от глобального потепления, вот как мы рассчитываем, в Сибири никому хорошо не станет. Сейчас торнадо с завидной регулярностью наблюдаются практически во всех регионах Сибири. Количество таких экстремальных погодных явлений и природных, оно очень резко возрастает. И это основной атрибут нестабильности, расшатанности климатической системы. В апреле 2014 года ураган Леня нанес ущерб городу на десятки миллионов рублей. Были жертвы и пострадавшие. На автомобили падали рекламные щиты, дорожные знаки и деревья. А 23 октября 2015 на город обрушился мощнейший снегопад. Месячная норма осадков выпала за ночь. А мечи несколько часов простояли в пробках. На вызовы опаздывали экипажи скорой помощи, общественный транспорт не справлялся с пассажиропотоком. В апреле 2016-го резко потеплело. Снег таял днем и ночью. В воде оказались сотни жилых домов. Холодно ли, тепло ли? Все это связано с синоптическими процессами. Например, в апреле они часто меняются. После, например, ложбины приходит антициклональное поле. После солнечного, в антициклоне солнечное тепло. И такая цикличность. Циклон, антициклон, циклон, антициклон. А в апреле это происходит чаще. Действительно, весенняя погода в Омске будет уже в середине этой недели. Над городом установится антициклон, а это значит, что будет тепло и ясно. Такую погоду пока прогнозируют до 11 апреля. Что произойдет дальше, известно только приблизительно. Ну а мечей, которые уже и снег в мае видели, кажется, удивить погодными аномалиями сложно. Дмитрий Ковалев, Анатолий Серов и Алексей Попов. Новости здесь, Омск.